Hola, amigos, и вечер добрый, с вами Квантум, и сегодня вас ждет поистине необычный ролик. Я не буду рассказывать, что и как, ты просто сам посмотришь ролик, и в конце напишешь, как он тебе. Я думаю, что тебе понравится. Не забывай про подписки на канал, ну а мы будем начинать, поехали! Я нашел поле и знаю, как его купить, но есть проблема. Это поле засрано 100% сорняками, то есть... Ты должен взять тяпку и очистить поле от сорняков. Все, я с тобой. И чё, подожди, у нас есть поле, что с ним нужно сделать? Его нужно убрать. Где это все берется? Картофель, сорняк. Как картофель вообще выкапывать? И чё он тут вырос, что нам с ним делать? Да, так у нас 50% сорняков. Нам, короче, комбайн собрать. Покупать надо, понял? А ему еще жатку купить нужно, ты понял тут развод какой на бабки нас? Я уже понял, чем эта игра затягивает. Я уже просто начал продумывать, что надо делать и что надо купить. Тут много чего ему надо будет купить, слышь. Сейчас жатку цепану, и мы соберем весь наш урожай. Домой поехали. Я не знаю, где наш дом. Не знаю, я не шарю. О, я открыл крышу квантумета. Чего ты, что делаешь? Ты поле вытоптал, гад, ты посмотри, что ты... А, ну портится, реально? Ты нам поле... Да ладно! Если у него физика движения есть. Как бы. Потоптался, мурло. А ты думал, 60 максимум это просто так, что ли? Миша, тут поле, чтоб ты понимал, блин, 2 на 2 квадратурой. И он просто сейчас 10% за раз вытоптал от поля, блин, нашего. Ты чё наделал-то? Во, мы убираем ее, прикиньте. А... Сейчас. Ты рассыпал нафиг зерно. А там в бункер у тебя сейчас... Да что ж ты творишь, ты топчешь... Посевы наши, нет, мы заплатили за это поле. Ты едешь быстро, я нормально успеваю. Да куда мы рассыпаем зерно все, Дима? Ну бляха, возьми левее. Куда ты поехал? Стой там. Давай, давай сделаем все по красоте. Иди, ты садись в трактор, а прямо и я ездить, блять, умею. Слышь, а у тебя просто как ашундри назад лезут и все. Ты их потом убирать будешь. Ты пшено на улице, блядь, оставляешь. Это солома. Дима, познание в фермерстве. Yes. У тебя зерно сзади высыпается. Ты все потерял. Бери трактор. Давай, вот ты далеко стоишь, ближе надо подъехать. Ты картоху всё нашу топчешь. Ты картоху потоптал, монстр ты кариозный. Ты, что ж ты... Господи! Ты того себе напарника выбрал. Медалист это, блин, больше вредитель, нежели помощник. Только я, сука... Все, пройди прямо, еще правее возьми, я под тебя сам подстроюсь, короче. Работай. На Б нажми, жатка опустится. О, пошел, смотри, что делает. Оно само падает, слышь. Ну нормально. Падает и падает. У нас бабки падают нам в карман, вот что падает. Не, кстати, да, тебя нужно было на комбайн изначально, мне кажется, посадить. Ага. У тебя это вообще здорово выходит. Потому что я Дима комбайнер. Дима комбайн. Давай то, что мы сейчас наедем тут на... Так, слушай, маленькое поле, убираем его 100 лет. Слушай, это его потом сажать надо будет еще. Его еще нужно будет, походу, пахать, культивировать, удобрять. О, реально. Слушай, это за одно поле просто мы 8 лет будем таким заниматься. Офигеть. А вот там вот в тех бытовках мы жить не можем? Ну, в принципе, можем, а когда зима наступит, что делать будем? Вот их... Че их вообще туда потянуло? Вопрос. Все, ты убрал все? Я убрал все. О, да ну нафиг. Ну, вроде просто. Бля, вот когда поменялись рулями, реально лучше получилось. Ну, потому что Квантум подстроился под него. Стоп, а куда загружать все теперь? Я, наверное, картошку пойду еще соберу. Комбайном? А че? Ну, я боюсь, это так не работает. Кстати, да. Ну, как бы, да, я тоже усомнилась в этом. Я уверен, что это так не работает. Байн, картошку не собирай, Дима. Ну ладно, тогда вот там пшено, стой. Там овес, да, иди убирай овес, а я пока придумаю, что с этим замутить можно. А, то есть огромное поле дало нам 3964 литра пшеницы. Охренеть, это невыгодно. Че, сезонный урожай не стоит? Да, вот сколько. Возможно, да, они часть потеряли. Слышь, я нажал на Б, что вообще какая-то труха ебаная полетела. Ты солому смечаешь. Блять, а я ее доедал бы. Ну выходи, жую тогда. Ты уверен, что она мне нужна? Кузнечик. А, лох, сам ты лох. Слышь, блядь, куда ты зерно наш тратишь, ты придурок? Это ты зерном или асфальтом рисуешь? Зерном. Я бункер нам намутил. Вот эти два? Да. А ты говоришь, ничего нет.
Ну пока ты тратишь деньги, я их зарабатываю. Димон! Я тебе... Что за гачи-мучи, блин? Он ему будку купит? Дом нашел! Димон, ты рад? Давай, покажи. Покажи мне поросячий, блядь, за год, давай. Подожди, давай, подожди, надо, надо я понять. Я знаю наперед. Я возьму туда Антона, и нам будет там, блядь, хорошо. Сейчас собака-то девочка, блядь. О, сразу с Димочкой дружить, да? Так, нормально. Теперь смотри, что мы хотим. Мы хотим... Че ты, свинок хотел? У нас есть курочки. Тихо. А где нестись? Ну вот в уголок сел, чтобы никто не видел, несись спокойно себе. Жердочка нужна, балдеж. Все, Димон. Гнезда нужны. У них есть жердочка. Нормально? Значит, надо чуть укоротить жердочку. Давай. Все как курение, укороти. Прикольно. Все, жердочка есть. Пусть они несутся, а мы пойдем спать. Все, всем пока. Жердочка есть. До свидания. Димон! Кури поворовали. Они умерли, блядь. Кормить хули их надо, потому что... Мы игру не сохранили, Димон, ничего нет. Все пропало. Ты, бля, все заново? Нет, да, зерно собирать заново. Ой, блядь. Курей поворовали всех. У нас обокрали ферму, как ты видишь. Нет курочек больше и курочек мужского пола. Также нет нашего бункера, тракторов и комбайнов. И тут... Ни хрена нет. Изменилось. Украли все, пока нас... Курочки мужского пола. Угу. Не было, пока мы спали днем. Там все насрали, сука, зато ландшафтный дизайн у нас, блядь, балдёж. Мне что, неплохо, что ли, смотри? Так нахера? Денег, блядь, много, что ли? Смотри, какой давай он, я не буду храниться прям, у меня, ты потратил больше, ты сделал. Он рыжий, мне кажется. Блондин? И на такой цвет получается, когда очень темные волосы обесцвечивают. Ага, ясно. Но мне кажется, Квантум зря посадил кустарники вдоль поля. Их сета. Соберут. 100 тысяч евро потратил на это. Я еще дом что-то купил и участок земли. Я еще два участка купил, так что могу себе позволить. Так, нам нужно комбайн. Нет, так, сейчас я куплю комбайн, нужно убрать вот эту штуку овес. И сбегай, сгоняй. Видишь поле 47-й, что там растет? А так бы, прикинь, спереди болталось. Я почти с твоей скоростью, смотри, бегу. Офигел, 32 километра в час. Вот ты спортсмен, конечно. Зимой биатлон. Ну да. Я пока куплю трактор и прицеп. На нафиг, влетел. Че, букву Q ищешь? У меня нет Q. Ну ты там еще стань по центру. Да нет у меня, блядь. Да-да, я сам зацеплю, так и знал, блин. Главное, меня заруинил. Что ты нажал? Q. Сука. Это обман, блядь, я не знаю. Как всегда просто, ты меня наебываешь. А че если Димона собрать? О, пропустил. Это... А, ну слышь, ты у меня зарплаты вычти потом. А, нет, у меня же нет зарплаты. Нормально, нормально, Димон, работай. Постельное белье мне. Солнце еще высоко. Купил трактор, у нас перейти трактор. Опять все заново. Ништяк. Ну в целом, как раз пока ты доедешь, еще за 100 тысяч, блядь. Ну ладно, трактор игрушечку купал. Нет, трактор это вообще капец. В смысле, игрушечку и. Трактор игрушечку. Зачем? Красиво! Это так красиво, что куснуть хочется. Походу я в детство возвращаюсь, извините. Полезен. Кого? Ну смотри, вот у нас уже есть урожай. Мне нужна эта. Все. Все, я пошел на то. Ну, давай, давай, трубу. Если хотите увидеть стрим кооперативный по этому, по какому-то фарм-симулятору, который раздавали в Эпике, пишите это в комментариях. И так уж и быть, я пожертвую своим временем. Плюс Валя топила за это. Ну да. Люблю такое говнецо. Наверное. Угу, мы сядем и, блядь, как во временную дыру провалимся. Ты такой, о, мне тут еще надо посадить. 8 утра уже. Да, убери уж на... не знать. Так, теперь уже твою солому убрать. Как убрать твою солому? И да, постарайся тут сделать все это правильно, чтобы заниматься. Я не крутился, потому что я сейчас по этим дорожкам буду ездить и делать из них тюки огромные соломой. Да, ты, конечно, дорожек гениальных понаставлял. Спасибо. Убирает! На, тюк, выходи отсюда. О, нормальный тюк. Нормально, нормально. Смотри, я тут убрал немного твою солому, которую ты насыпал. Смотри, бери трактор. А ты что? Ты опять едешь, блядь, что-то покупать, блядь. Я в ЦУМ поехал, Димон. Ты нормально, слушай, намолотил прям.
пшенички-то. Ага, прикинь, даже прицепа не хватило, чтобы сгрузить все. Видишь, в этот раз много. Да. Потому что не просыпали. Ну, в поле больше было, на самом деле, еще. В этот раз ты видела, какое огромное? Ну и да, и не просыпали. В ангар поставил, нормально. Блин, а второй трактор по-любому нужен, капец. А у нас осталось 546 тысяч. О, хочешь туалет, Димон, тебе построю? А в дом ты меня, блядь, уже не пускаешь? А, точно. Там тебе еще много работать на тракторе? Половину только сделал. Ты потом посиди, отдохни, блядь. Ну, ты устал. Ты сегодня сделал... Да что ты обижаешься-то сразу? Вон тюков понакидал, работяга ты мой. Ага, я сижу в жилетке, блядь, катаюсь. Сразу, слышь, даже на изначальном этапе выбора одежды. У тебя, значит, там гучи-хуючи очки, у меня, блядь, спецовка. Распределили обязанности. У нас 317 тысяч, все, короче, покупать что-либо больше не вариант. Ой, блядь, эти тюки, я их, блядь, елозил просто. Почему? Да потому что эти блядские дорожки, черт там она там не заелась. Вот теперь ты будешь убирать пшеницу или что-то вообще более аккуратно. Чтобы было проще собирать тюки. О, Димон, я культивирую поле. Мне кажется, реально так и нужно. Хм, я, короче, поехал прикольно. За вилами. Надо вилы купить на трактор, чтобы эту хрень... Вилы? Он не про вилы, видимо. Хрень таскать можно было. Можешь взять тот трактор, цеплять культиватор и культивировать поле. Я пока в ЦУМ поехал. ЧП случилось. Чё случилось? Посмотри на бюджет. Блядь. Продано? Ты чё продал? Ты что-то купил не то, блядь, продал, да. Ты купил то. Я не хотел. Оно так само получилось. Оно сборное. Ну, вилы. Я купил две извести. Не знаю, насколько ее хватит. У меня есть идея, как ее загрузить. Иди сюда. Я надеюсь, он не порвется мешок с известью. 305 евро, так нормально. Меня это не тянет вообще машина. Ей плохо. Трактор не тянет? Ну, его прям это разворачивает, понял? Так, все, Димон, я известь домой везу. Ё-моё, я экстремал-каскадёр. Забавно. Трындец это... Это тупо просто я зашел в магнит купить одну хрень. В итоге возвращаюсь с кучей банок безалкогольного пива или алкогольного, какими-то вкусняшками, энергетиком и просто... Сладенькая, да, и вот просто вот так. При том, что ты с рюкзаком, он тоже полон. Нет, в магазине-то я не буду в рюкзак кидать, но до кассы я такой, я куплю одно. Я куплю одно. И возьму корзинку, мне вообще ничего не нужно. Да, и возвращаешься просто вот так. Небезопасно, у меня трактор... Сейчас ты посмотришь, как я везу известь, ты просто прорвешь с этого, Димон. А? Фу, я чуть Бэмби не переехал. Ты... Да ты бы его не переехал, его переехала синяя машина, ему было по барабану. Че тут бегаешь, дурила? Я ее прям загрузил сюда и привез ее. Хорош. Что? Ты так можешь? Как он это сделал? У меня возникли некоторые трудности. Все, потом бери зеленый трактор, если что, убирай, иди тюки, ну сразу к нему культиватор цепляй. А ты что делаешь, извини? А я в ЦУМ поеду опять. Что нужно делать с полем после сбора урожая? Посмотри, Димон, у тебя там лайфхаки какие-то под рукой. Сейчас, пока их у меня под рукой нет. Как ты выкидывал этот тюк? Вниз опускаешь вилы. Прям чтобы тюк об землю коснулся, и назад отъезжаешь. Ну как жизнь, трактор вообще не едет. Димон поехал. Все, я за известью поехал. Ты же только что... Не, он тюки собирал. Ты привез. Ты, блин, я в мешках его привез. Блин, Димон, мы уже с тобой убрали поле. Прокультивировали его, еще день не закончился. Время так 12:27, мы 8 начинали игрового времени. Ну да. У нас куры не ели, Димон, там 100 лет, покорми курей по-братски. О, гоблин! На 1400 долларов извести засыпали. То есть 1400 евро на... евро, да. А, сука, на траву 2,5? Пожалуйста. Жесть тут Новый год. 1400 евро на... евро, да. А, сука, на траву 2,5? Пожалуйста. Жесть тут Новый год. А там оно, ну, понятно, что... Прям, Димон, тут как будто бы снег выпал. 3 раза, 4 раза проехал и минус поле. Слушай, она быстро заканчивается. А, ни хрена себе. Я тебе говорю, Новый год. Офигеть. Вдвоем на одном поле работаем. И никто по суммам не ездит. Хорошо живем, да? Наконец-то. Оно еще и удобрено, Димон. Я покупаю 40-е, 50-е поле, мы на нем что-нибудь сажаем.
Оно так, а уже тут вы удобрено. Что-нибудь посадили? Димон, знаешь, мне кажется, после известки надо с полем еще что-то делать. Приспособление не наполнено. Как его наполнять-то? И что, ничего не происходит? Нет. Что, как-то порвать надо, пакетом порезать. Подъедь еще раз сюда. Как это грузить нафиг? А там, слышишь, зерно сверху сыпется у нас с бункера. Да. Сейчас я попробую дома зерна насыпать. Я купил просто что семена. Это была пшеница. А, ты прям готовую типа, да? Да купил? Не, просто семена купил и все. Пшеницу он просто не хочет заливать. Чего, блин? Что-то еще не хватает? Нельзя сажать данный фрукт в август. Пшеницу кто в августе сажает-то? Никто нахрен. Подожди, то что-то можно по-любому да, сажать. 5 тысяч баксов, слышь. О, посевная редька. Угу. Какие-то озимы, может, можно сажать. Капец. А куда бабки наши делись? На пшеницу, походу. Ё-моё. Сажает редьку, Димон. Ты уже начал сажать? Да. Мне кажется, как-то мы не так с тобой поле обработали, потому что... Ну, нормально. Обалдеть, тут еще сезону нужно учитывать посадки. Ну, короче, зимы можно посадить в сентябре-октябре. А кто ездит? Интересно, что он будет делать дальше? Он делает по-умному, смотри-ка. Все, он вот делает куда делать. Лучше, чем мы. Сон, работника наняли? Работает, это его задача. Да, только у нас 25 тысяч долларов осталось. А поехали пшеницу продадим? Посевная редька. Ну, блин, редьку хотя бы съесть можно. Пойдем пшено продадим, посмотрим, сколько бабок. Ты будешь жрать 8 тонн редьки, блин. Я представляю это. А что там куры дадут? Дают нам что-нибудь или нет? Пойдем на курей посмотрим. А где яйца искать? Видишь яйца? Не знаю, здоровье у них 20%. Видишь яйца? Да, вижу, но это не те. Ну, 13 килограмм, блядь, они уже захавались. 13 килограмм, вы чё, ребята? Наш суммарный вес 30 курей, 30 килограмм схавали еды просто. Мне кажется, им нужны эти хреновины куда сноситься. Какой за полдня? Часа два тут они 13 килограмм захавали. Курятник не нужен. Да. Давай овёс. Нам сейчас этот овёс даст. Да если сейчас нам прилетит 3000 евро, я охуею, честно. Че? Там гнезда и насест, они по факту только загон сделали. Да. Димон, блин, тут есть раздел, чё, где, когда, куда сажать. Вот. О, фига, прикольно. В июне, в июле что сажать можно? Кукурузу, вот, к примеру, в март-апрель можно сажать. А где пшеница? Слышь, а сентябрь, реально... я же говорил, зимой, сентябрь-октябрь нужно пшеницу сажать. Это осень. Я посмотрю, сколько там... А зимы, сентябрь-октябрь. Дадут. А зимы? Я кончил, ладно. Мне кажется, мало. 24 час, 576. Давай, запоминаем. Давай, посмотрим. Первые бабки нафиг. Я надеюсь, 1200. Ты гонишь? Ладно, 50 хотя бы. Нам вообще ничего не дали, Димон. Бля, классно. Че, все? Алло, бабки дадут? В смысле? Подожди, может там где-то заскамили. Нет, людей у них особо нет, типа никто не работает. Слышь, а нам точно не сюда, допустим, надо было? Что это такое? Там рассчитают нас? Ага, хрен-то, да, не касса. Пожалуйста, в расчет, блядь. Смотри, у нас я могу обратно заполнить все, Димон? Прекрасно. Но мы шли сюда продавать, а не туда-сюда, блядь. Какого фига? Выгулили овес. Так, мы, значит, не можем продать свой урожай пока что. В комментариях можете написать, где его можно продать, если вы захотите увидеть продолжение. А если не захотите, то, ну, в принципе, обзор произошел на симулятор фермы. Колхозан, Даня и Димон, спасибо всем за просмотр. Не забывайте про подписку на канал. Всем пока и до скорых встреч. Пока-пока. До свидания. Я думал, их больше, чем двое играло в нее. Ну ладно, да. Казалось забавнее, чем я думал. Я просто был до последнего уверен, что мне будет не так забавно. Интересные механики. Да. И красивенько. Спасибо за просмотр. Всего хорошего.